Точно так? Есть так. Протяжка один. Есть протяжка. Продувка. 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 Есть продувка. Ключ на 13. Ключ на 13. Есть 13. Продвигание. Апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Сейчас для меня дни особые. В канун праздника Дня космонавтики мне вспоминаются те годы, когда мы только пришли в отряд. Тогда он даже отрядом не был. 7 марта – это день образования отряда космонавтов. А мы пришли 4-го, 5-го, 6-го. Несколько человек. Потом прибавились еще и еще. И нас было 12. В том числе Юрий Гагарин, Герман Титов и так далее. С Германом Титовым мы, кстати, одно и то же училище кончали. Младше на 2 года. Но самое интересное, что на следующий день пришел 13-й, Женя Хрунов. В авиации у нас, сколько я летал, никогда ни на одном самолете число 13 не было. Это был для нас знак удивительный. Все удивлялись. Но потихонечку прибавлялась численность. В конце концов, нас стало 20. Но когда мы пришли в эту организацию, которая носила имя «Войсковая часть 26-266», и все секретно, вот так, куда мы попали. Но потихонечку мы начали образовываться, и нам сказали, что нужно для испытаний уметь прыгать с парашютом хорошо. Из любого положения, с любой высоты вы должны выскочить из самолета и остаться живым, хорошо управляя своим телом. Поэтому нас отправили учиться прыгать. Мы должны были за месяц 35 прыжков сделать. Причем последняя у нас задержка была. Это 50 секунд. То есть вы выходите в районе 5000 метров из самолета. Выходите и кувырком выскакиваете, неважно. На 2-й секунде должен стоять нормально при полете, управляя своим телом. И затем на 800 метров от земли раскрыть парашют. И вдруг не раскроется основной, должен уметь запасный и так далее. В общем, самое интересное то, что во время парашютных прыжков это... Человек рискует жизнью, и он раскрывается полностью. Мы познали друг друга, кто из нас что стоит и сколько стоит. Начали общаться друг с другом, помогать друг другу, в том числе и с Юрием Гагариным. Ну, как так получилось, мы, значит, вместе укладывали парашюты. Знаете, да, работа непростая, руки всегда в трещинах, болят, все. Потом... Колени болят, суставы болят, потому что падаешь, учишься при приземлении на парашюте, ну и так далее. Было много всего, но самое главное, что мы подружились, друг с другом узнали. Ну и с Юрой Гагариным мы были дружны, и в спорте были дружны. И потом стали соседями по квартирам. Близко знали друг друга, его дети были у нас, наши были у него. И так далее. Поэтому этот праздник, день полета Юрия Гагарина, когда я был в Хабаровске на большой радиостанции, которая могла принять самый слабый сигнал и передать самый мощный сигнал в космос, на орбиту Гагарину,
Я был с микрофоном. За это время мы успели подготовиться. Я уже понимал многое, знал. Ну, и меня, и несколько человек еще сидел в Новосибирске. И один сидел на самой восточной точке нашей страны. Там тоже такая же радиостанция с хорошими передающими устройствами и принимаемыми. Поэтому мне достался Хабаровск. Сели, в звании капитан, был еще полковник для организации, представители разных промышленности рядом тоже были, прилетели из Москвы специально. Тогда централизованной связи не было, поэтому нужно было передавать все по очереди, каждый. И когда я услышал позывной «Кедр» в космосе, это значит «Юра», потому что многие сомневались, полетит Гагарин или Титов. Они оба, в общем-то, были подготовлены почти одинаково. Совсем одинаково у нас не может быть. Для полета в космос один виток. Вокруг Земли. Раньше кругосветное путешествие требовало от человека жизнь, по-моему. Помнишь, мы с тобой читали? Жизнь посвящать для того, чтобы путешествие осуществить вокруг Земли. А здесь, пожалуйста, 108 минут и на Земле, вокруг Земли. Тогда много было опасностей, много было неясного. И единственное, это Сергей Павлович Королёв, его усилиями, его энергией, его верой в то, что будет именно так, как мы задумали, эта команда осуществила этот пуск. Пуск человека в космос. Представьте себе, сколько живут люди на Земле, веков, и вдруг на тебе впервые представитель человечества оказывается в космосе. И кто это? Воспитанник нашей страны. А кто создал это? Наши люди. Сергей Павлович, его КБ, ряд. Ребята, которые с энтузиазмом, но самое главное, с грифом «секретно» создавали эту машину. Ракета-носитель и космический корабль. Вы понимаете, вот за мной это спускаемый аппарат «Востока», на котором Гагарин приземлялся. Но как? В нем было катапульта, катапультированное сиденье, скафандре, носимый аварийный запас 43,5 килограмма. Он тоже должен быть с вами. Почему неизвестно, куда вы приземлитесь на земном шарике? Было рассчитано и по-разному. А вдруг не в нашей стране, а где-то? Нас выручит. Можно было определить свое место и передать свое местонахождение. Тогда можно было рассчитывать только на помощь, иначе нет. Сергей Павлович приезжал к нам в каком году? Это было 25 декабря. Правильно. Вот 1965 года. Он приехал для того, чтобы поздравить отряд космонавтов. Ну, там ребята уже слетали к 65-му году, несколько человек. Поэтому он хотел поздравить и тех, кто слетал. Но самое главное – поздравить тех, кто… Все это впереди, все это в будущем будет. Они находятся на подготовке сейчас. Я уже дублировал в это время. И поэтому он меня знал хорошо еще и на космодроме, и по делам, и так далее. Ну, и поэтому получилось так. Мы в Москве не могли размещаться нигде. Где-то нужно было разместить. Поэтому пока мы были на парашютных прыжках, кое-что успели создать на той площадке, которая просто огорожена колючей проволокой, был сплошной лес. Это был полигон раньше. Там было маленьких два домика. Пока мы отсутствовали и так далее, появились дома потихонечку.
служебных помещений, двухэтажные, небольшие. Но там, где вот сейчас поликлиника, она так и осталась трехэтажной. Но там размещались на первом этаже летная столовая, надо было где-то кормить космонавтов, которые летают на самолетах. И на последнем, в третьем этаже, там жили, и это был, как сейчас, по назначению профилактории для экипажей, которые вылетают на космодром и дальше. Они не должны ни с кем контактировать в обычной жизни, для того, чтобы, ну, не дай бог, не подцепить какую-то болячку. Медицина очень за этим следила. И мы жили вот на этом третьем этаже, в этом же здании. То есть профилакторий, одним словом. Так он называется правильно. Ну, а все занятия были и так далее, это, естественно, в зданиях других. Но когда мы приехали, это был кусок леса, огорожен колючей проволокой. Потихонечку обрастали, а жить было негде. Поэтому нас разместили на Чкаловской. Выделили нам дома, значит, и сейчас они есть. Ну, это такие, знаете, блочные дома. Но мы были рады этому, потому что мы с Тамарой жили в Ярославле, там, где я летал, полку, противовоздушная оборона, города Москва, столица нашей Родины, поэтому все серьезно, и там редко бывали воскресенье, выходные. Как правило, повышенная боевая готовность и никаких гвоздей. Жили мы вместе. Вначале у нас комната была шикарная. Да. 11,8 квадратных метра. Правильно? Потом нас улучшили нам. Ну, это через год, по-моему. Знаешь, мне хочется сказать, что сказочные условия были в купеческом доме. Ага. Мы снимали, это был... Жилье снимали. Нет, мы снимали сами жилье, но это был Градусово. Этаж. Как он? Чердак. Градусово. А, Градусово. Это был чердак. Да. Но чердак этот огромных размеров был. И рядом была остановка, которая тоже называлась Градусово. Как оказалось, у этой хозяйки дома... Да. Как? Хозяин, муж, да, был когда-то богатый человек, и фамилия, ну, была, да, у него Градусова. Это были купцы, первые, самые богатые купцы на Волге. Вот. Потом... Ну, теперь осталась одна хозяйка, хозяйка осталась, и сын. Что интересно, это просто еще история самого Ярославля. Что Ярославль... Ну, про чердак расскажи, как ты боялась на чердаке жить. Нет, я не боялась. Не боялась на чердаке. Инженер-металлург работал на заводе, который выпускал язы. Да, это был автомобильный, Ярославский автомобильный завод. И тогда, в общем-то, после окончания института, я закончила металлургический институт, прежде всего нужно было работать на производстве. Вот я сменный мастер кузнечного цеха Ярославского автомобильного завода. Очень, так сказать, любила свое дело. И, в общем, как-то... Был я в этом цехе, по секрету могу сказать. Это было 23 февраля, мы должны общаться с трудящимися, особенно таких заводов. 23 февраля. Тогда было принято, что военные офицеры... устраивали такие встречи на производственных, да, правило, на производственных, да, предприятиях. А Ярославский автомобильный завод – это вообще завод такого международного плана, прямо скажем. А я выпросил тот как раз цех, где работала моя жена. Все это знали. Я пришел, посмотрел. Я был в белой рубашечке, в парадной форме. Весь блестящий пришел туда. Там гарь, летит стружка со всех сторон. Песок, печи стоят. По 800 градусов, если я не ошибаюсь, да? Они, ну, печи, да, разогревали заготовки печи коленных валов. Да. Длиной 13 метров, 14. Ну и потом это просто этих печей было несколько. Ну и, в общем, конечно, это трудный цех был такой, считается, литейные цеха и кузнечные цеха – это самые такие трудоемкие и трудные. Ну вот я и говорю,
такая девчушка с белым воротничком там командовала в этом цехе. А все такие были физически развитые ребята, и многие в майках, потому что жарко было. И майки такие просмоленные уже. Ну, в общем, у меня получилось, как-то так сложилась жизнь, что вот металлургический институт – это в основном мужской коллектив. Завод тоже, особенно вот кузнечный цех и термический цех, это считается трудно. И там тоже только в основном мужская рабочая сила. А я окончила институт, мне было 20 лет. И, конечно, такая вот... Учащийся, да. Ученик еще. Да. Ну, во всяком случае, я всегда очень любила свое дело. С людьми у меня всегда получалось. Так что... И когда мы приехали... А, ты только приехали... Да, нет. Со всеми когда... получалось со мной никак. Нет. Боль, и когда мы приехали сюда, то здесь я нашла себе рабочее место на Мытищинском машиностроительном заводе. То есть у меня вот это вот, так сказать... как нас учили, сначала производство надо освоить. А Мытищинский машиностроительный завод – это завод, который идет со времен Петра I. То есть это история славная и высококвалифицированный коллектив. И, знаете, так получилось, что как-то я прихожу на работу, а у нас был такой громогласный один товарищ, он мне говорит: «Слушай, Тамар, у меня один знакомый есть, приятель, и живет в районе Монина. И ты знаешь, ты же где-то там в этом районе живешь. И вот он говорит, что там какое-то новое подразделение, и почему-то с космосом связано». Думаю, боже мой, все засекречено, откуда они? Больше того, говорит, там, говорит, есть какой-то парень с фамилией Волынов. Все, думаю. И вроде бы космонавт. Да. Я в душе, я, конечно, испугалась, потому что все это было настолько засекречено, и с нами проводили постоянно работу, как с женами. Вот, значит, ой, я говорю: «Знаешь что? Не знаю я никакого Волынова, не знаю никакого космоса, у меня девичья фамилия». В общем, как-то так я отнекивалась. А когда полетел Юра, конечно, я была на работе, это естественно. Вот, поплакать от радости можно было только в определенном месте. Действительно, мы знали, и, в общем, мы действительно очень дружно жили, и между собой у нас, знаете, вот как там... И Валю знали хорошо. Валю хорошо знали. Дело в том, что ведь действительно пришли эти ребята с одинаковыми желаниями и одинаковыми возможностями. И кто из них? И каждый считал, что он имеет право быть первым. Но никогда не было никаких вот каких-то сложностей в этом плане. То есть все прекрасно понимали, что эти ребята делают большое государственное дело. Потом вот мое знакомство Юры вообще, когда приезжал Сергей Павлович к нему в гости, это было еще на Чкаловской, он обязательно приглашал нас, звонил: «Борис, ко мне сегодня Сергей Павлович с женой приезжает, приходите с Тамарой». Вы знаете, я, конечно, смотрела на Сергея Павловича Королева, зная еще его предысторию, как вообще на Бога. Потому что как вообще целую эпоху перевернуть, положить начало совершенно новому направлению? И если говорить честно, мне казалось, что вот эта организация, в которой мой муж, думаю, наверное, это какая-то дублирующая. Но не может быть, чтобы эти молодые ребята, которые им будет доверено... Потом жили-то мы, господи, спали там на солдатских кроватях, там у нас еще не было никаких квартир, там ничего, это, мы об этом и не думали. Задача поставлена четкая. И вы знаете, как-то руководство с умом к этому подошло, и все семьи, это был один единый коллектив. Новый год встречали, это первый Новый год, вот мы встречали как раз у нас на квартире, собственно, ни мебели, ничего, вот постелили дорожки. Это инициатива как раз Юры была. Да, это была инициатива Юры, как говорил. Как он сказал? Ребята, идем все к Волыновым. В дверь стучать ногами, руки должны быть заняты. И вот вся наша команда, 40 человек, плюс наши дети. И, значит, вы знаете, что это было и не тесно, это было весело, это было
просто замечательно. На ковровых дорожках в основном размещали. Да. Вы знаете, что вот я, например, считаю, что я счастливый человек. Вот я большую часть своей сознательной жизни прожила среди людей чести. Чести, высоких достоинств, и необыкновенного патриотизма, и влюбленности, и в свое дело. И вы знаете, и вот такой дружбы космической, о которой они потом, когда уже повзрослели, и многие уехали из центра подготовки, конечно, очень тосковали, потому что действительно, и все-таки вот в этом отношении большая положительная роль была у Юры изначально. Это человек, который понимаете, вот какие-то человеческие качества самого высокого такого уровня. Он умел со всеми ладить. Он умел говорить правду, не обижая. Он, понимаете, как потом у него он прожил, этот мальчик прожил очень тяжелую жизнь. Он был в оккупации. На его глазах вешали его брата младшего. Они жили в землянке, потому что немцы выгнали их из дома. Вы знаете, что в общем, да, и у них, и я всегда считала, что вот они, дети военного времени, они где-то чего-то не доиграли, потому что Только они, но мы, ты тоже, дитё, ровесник нашего времени. Дело все в том, что этот Новый год был один-единственный, когда мы все 20 человек были живы. Да, а потом пошли потери. И в то же время, ведь дело в том, что они соглашались, они знали, что работа связана с риском для жизни. И так и получилось. Первым ушел Валя Бондаренко. Самый молодой, ему было 24 года. За два месяца до вылета. Да, за два месяца до первого полета, да. Который был Юрий Гагарин, Герман Титов. Дело все в том, что... Вы знаете, так сложилась вот дальше жизнь. Наши вот ребята, особенно Андрюша Николаев, Павел Попович, они всегда говорили, да, там, вы знаете, собирались мы всегда все вместе. Жены, мужья собирались. Это получается, как одна семья. Да. У нас там, вы знаете, смешные какие-то моменты. У нас там, конечно, на всех не хватало посуды. Значит, мы несли еще, чтобы все, так сказать, за столом у каждого было место. Потом ничего же не было, ни мебели, ничего. Это все, ну, мы этого не замечали. Появилось потом. Это мы не замечали. Но, вы знаете, дети росли все вместе. Куда бы они ни пришли, к кому? За стол всех. Так что, и вы знаете, и до сих пор вот наши дети тоскуют друг о друге. Кстати, этот дом космонавтов, в принципе, появился по инициативе Юрия Гагарина. Да. Почему? Потому что нам негде было собраться, мы собирались там в разных помещениях. Но основного дома не было, потом появился музей, вот где мы находимся, это музей. Но это дом космонавтов вообще-то. Ну как? Гагарин сказал, нам нужен дом. Все говорили, там, дом офицеров и так далее бывает. Он говорит, нет, это будет дом космонавтов для того, чтобы был. Одно, второе, видите, спускаемый аппарат Востока. Вот там стоит спускаемый аппарат Союза, на котором я летал. Авария у меня произошла. Ну, у меня немножко по-другому он вылетел. Этот спускаемый аппарат, и он растерзанный был, здорово. Дело все в том, что у Юры был вес чуть-чуть выше, чем у Германа Титова. Герман Титов был легче. А вы знаете, что полетный вес, он несет с собой, если даже чуть увеличен, дополнительное топливо носителя. То есть полетный вес – это очень серьезная задачка. И все время думали, кто полетит, Гагарин или Титов, Гагарин или Титов. Они оба были нормально подготовлены, почти одинаково. Ну, думали, и руководство решило, что полетит Гагарин. Мне кажется, выбор сделан очень правильно. Жизнь подтвердила это. Юра побывал в многих странах. Около
30, я так слышал, буквально в первые годы. Но получилось так, что он тоже готовился к 67-му году, к космическому полету. Но, естественно, его придерживали, естественно, не было желания у руководства, чтобы он еще раз рисковал своей жизнью. Он нужен был стране уже с другой позиции. Он представлял нашу родину, Советский Союз тогда, самым лучшим образом. Он везде был желанным гостем, известным почетным гражданином. Допустим, на Кубе он подружился с Фиделем Кастро. Потом Фидель Кастро приезжал к нам. То есть вот такая общественная работа, она очень нужна была нашей стране. И Юра очень подходил к этому. Мне кажется, что правильно сделали, что выбрали именно Юрия Гагарина к первому полету. И не ошиблись. Приведу один пример. Юра приходил в цех. Сергей Павлович, я тоже был тогда, готовился. Это тогда, когда летали Быковский и Терешков. Я был дублером Валерия Быковского. Был в цехе ночью, 3 часа ночи. Входит Сергей Павлович Королёв. Все монтажники к нему, вот вы знаете, это надо, вот не это не так сделали, вот так, надо с ними поговорить и так далее, и все прочее. Он всех выслушал, сказал, ладно, на следующем, этот не будем модернизировать больше, делать вот так. А в следующем мы это дело учтем. А в 10 утра он собрал инженеров, почему так произошло и так далее. Вот такая была жизнь насыщенная. Юра приходил в цех, монтажники к нему. Юра Алексеевич, вы знаете, Юра. Потом Алексеевич как-то улетучивался, оставался только Юра. Понимаете, он свой был там. Он свой был с монтажниками. Все говорили на одном языке. Он там свой монтажник. Я его как-то видел в Академии наук. Академики с ним говорили. Он был свой и в этой среде. Он был свой среди академиков тоже. И еще один пример приведу. Я был в командировке в Великобритании по общественным делам. Ну и рассказывал о Юрии Гагарине, как проходила его поездка и как он попал на большой прием. Королева давала его честь, как он был за одним столом и как... Все улыбались и давненько не видели такого веселого приема. А когда закончился, ко мне подошел человек примерно моего возраста и сказал, а вы знаете, вы вспоминали о приеме, а переводчиком у Гагарина был я. И начал мне еще дополнять. Столько примеров, удивительно. Но все всегда относились с большим теплом к Юрию Гагарину. Поэтому, на мой взгляд, правильный был выбор сделан, что полетел первым Юрий Гагарин. Мы все интересовались, безусловно, когда он прилетел после полета в космос, что такое невесомость. Мы плохо себе представляли, потому что самолеты могли делать, я сказал, 24 секунды. Ну, 25, не больше невесомости. У Тимирхана 45 секунд. И только. Ну, а что такое невесомость? Когда ты находишься в космосе и уже отделился ракета-носитель, появилась невесомость. Юра это не очень ощутил на себе, но тем не менее после полета он делился всем. Как сработало это, как это. Ну вот мало кто знает, здесь даже есть и представлен логический замок, потому что медицина думала, что когда человек появится в космосе, глянет в иллюминатор и увидит свою Землю со стороны, с психикой может произойти все, что угодно. Вплоть до того, что потерять работоспособность. А значит, надо проверить, в форме человек для того, чтобы управлять космическим кораблем или нет. Для этого надо было просто решить логическую задачку, которая предоставляется этим кораблем, который называется «Восток». Решил задачку, автомат тебя допускает до управления, ты можешь управлять космическим кораблем, всеми системами. А с Юрой, естественно, вот о всем этом мы разговаривали, это и есть подготовка
к следующему космическому полету. Или к не... Для меня это был первый космический полет. Ну, у нас нормально прошло, все удачно. Перед нами было две неудачи. Первая неудача – это 1967 год. Тоже была задача – стыковка двух космических кораблей. Но, к сожалению, там не все благополучно было, и поэтому в результате Комаров погиб при посадке. Скорость приземления была, если я правильно помню, 40 метров в секунду. Вдребезги. Второй полет, 68-й год. Летал береговой, тоже неудачно. Не смог состыковаться и так далее. Ну вот, и поэтому руководство рассердилось. И было жесткие пожелания для того, чтобы мы оказались на космодроме. И перед Новым годом он слетал в октябре, а в ноябре мы были уже на космодроме. У меня, пожалуй, самая большая подготовка. 8 подготовок у меня было. Это сложно, очень трудно. Когда первый полет мы нормально слетали, все в порядке было. Первая стыковка в мире впервые тогда. Поэтому маршрут до сих пор ходит. Именно та же самая методика. Ну и потом перешли от меня два космонавта. Летали без скафандра, вот так. Костюмчиком был, два скафандра всего. Через открытый космос два космонавта перешли. На борт шатал, они сели. Я пошел на посадку через сутки. Сутки еще сам один летал, выполнял задачку. У меня произошла авария. Не отделился приборно-агрегатный отсек. И я потом кувыркался до высоты 90 километров. На этой высоте произошел взрыв. Спускаемый аппарат оттолкнул этим взрывом. И он кувыркался до раскрытия парашюта. Потом раскрытие парашюта, там тоже динамика была сложная. Но в результате жесткая посадка. Очень жесткая, прямо скажу. Поэтому думали, что я уже не полечу никуда и никогда. Восстановился. Мы же сибиряки. Да. И Тамара тоже сибиряк. Из одного города. Прокопьевска. Да, одного города. Замечательного города, Кузбасса. Да. Воспитали нас. Ну, например, в хоккей мы играли при минус 45. В школу ходить нельзя, а мы валенки, коньки. Если бы был жив Юрий Гагарин, если бы был жив Сергей Павлович Королёв, да, тогда бы, я думаю, развитие было иным. Почему? Потому что, вы знаете, мне кажется, что вот Сергей Павлович Королёв можно отнести к гением, а гений рождается крайне редко. Понимаете, вот второго Пушкина нет до сих пор на Руси. Второго Королёва тоже нет. Конечно, безусловно, я вот занимался и другой тематикой. Летал на космическом корабле «Салют-5», следующий полет, второй полет летал. И довольно долго в тех условиях это было сложно летать. Ну, 49 суток. Конструктор этой станции был Челомей Владимир Николаевич. Он примерно из той же школы, что и Сергей Павлович Королёв. Но уровень... Ученый. Ну да, но уровень Королёва, да, был несколько иным. А у Челомея это настоящий ученый. Ученый дерзкий, ученый резко идущий вперед и все время. Он не останавливается даже не на мгновение на месте. Он все время думал. Ну, например, он придумал такую вещь, что редкость большая. Изготавливал две станции, большие космические станции. Одна оставалась в цехе, а вторая через месяц запускалась. И что происходило с приборами, с агрегатами той станции, которая стояла в цехе, то же самое произойдет и в космосе. И поэтому инженеры все вначале смотрят,
Если были какие-то недостатки, что-то отказало, как выйти из этого положения? Они были готовы к тому, что будет наверху. Но вот во втором полете у нас, допустим, не было расстыковки. Мы должны были отходить. У меня здорово заболел бортинженер, и он не был помощником мне. Ну, можем подробнее и позже рассказать. Но этот случай... Что сделал? Собрались на той станции, которая была в цехе, и подумали, что можно сделать, как помочь экипажу. Нашли выход, и на следующий сеанс связи, следующий виток, нам подсказали, как это будет, и раскрыли стыковочный замок станции, и мы отошли от нее. А так мы не могли отделиться. Поэтому я думаю, что если бы был жив Королёв, если бы был жив Гагарин, если бы был жив Челомей, многое бы изменилось в нашей космонавтике отечественной. Вот уверяю вас, это точно. В этом я убежден. Мы понимали, что это огромная потеря для нас. Конечно, жалко, человек уходит из жизни. Конечно, жалко любого человека, который уходит из жизни. Но Юрий Гагарин, с ним связано многое было. И те тематики, которые направления, работы... Тот прогресс, который был связан с Гагариным, ну, никто не может возместить или попробовать сделать то же самое, просто невозможно это. Поэтому потеря была большая, мы это тоже понимали. И по-человечески было очень сложно это. Тяжело пережить потери нашего близкого человека. Сложнее всего еще и в жизни отряда космонавтов. В свое время он же был и командир отряда космонавтов, потом заместителем начальника центра полетной и космической подготовки. Это большая работа. Дело в том, что мы уже больше 50 лет соседствовали с семьей Гагариных, и были очень близкие отношения, такие, ну, самые настоящие, хорошие. И обычно мама вызывала мне лифт, потому как я опаздывала. А единственный транспорт тогда на работу был электричка. Ну вот мама вышла, а Юра был как раз в лифте уже. Она говорит: «Юра, подожди, Тамара сейчас опаздывает». Ну, я впрыгнула в лифт, поблагодарила, а там еще Жора Добровольский тоже был в этом лифте. А Юра ей говорит: «Слушай, все в доченьках ходишь». Я говорю: «Хожу». Все мамочка кашкой кормит. Я говорю: «Да, и какой вкусный, хорошо быть с мамой». Я говорю: «Юр, а как у Вали дела?» Валя лежала в больнице. Я говорю: «Как у Вали дела?» Он говорит: «Да ты знаешь, я сегодня после полетов хочу поехать и поговорить с лечащим врачом». Ладно, и так мы шли, значит, еще главное идем, а там всегда на зарядку уходили космонавты, а мы... Женщины, которые спешили на электричку, всегда мимо них топали своими каблуками-шпильками. Он говорит: «Ну как же так? Ты каждый день, изо дня в день идешь на работу в одно и то же время, и всегда опаздываешь, и всегда бегом». Юрочка, так надо. Мы с ним дошли до перекрестка. Ему идти нужно на служебную территорию, а мне напрямую на проходной. И вдруг он останавливается и говорит: «Слушай, Тамар, я, кажется, пропуск забыл на аэродром». Я говорю: «Юра, ну какой тебе пропуск? Тебе ли думать об этом?» «Нет, порядок есть порядок». И он вернулся. И когда я пришла после работы, обратила внимание, думаю, что-то машина носится на какой-то непозволительной скорости. Раздается звонок. Звонят наши женщины, говорят: «Слушай, Тамар, мы тут все собрались, Юра не вернулся». «Девчонки, не волнуйтесь, он собирался после полетов поехать к Вале в больницу. Он, наверное, там». «Нет, Тамар, он... Не вернулся. Вертолеты ходили еще, кроме машин. Разные гипотезы высказывают. Я хочу сказать вот о чем. Телевидение нас пригласили примерно по этому поводу. Как вы считаете? Был Алексей Леонов, он со своей теорией. А рядом со мной сидел генерал. Всю жизнь был
летчиком-испытателем, заканчивал ту же самую академию Жуковского. И он сказал вот что. Вот то, что говорят люди о гибели Гагарина, не справились с управлением, мы провели эксперимент. И в Жуковском, на закрытой территории, район полета, такой же УТ-МиГ-15 с двумя летчиками-испытателями в кабинах, соблюдены были все режимы полета, как и у Гагарина. Точно. Высота, скорость, курс и так далее. И под ним, над ним, с разными курсами летали другие летчики на скоростных самолетах, и ничего не происходило. Он просто подпрыгивал вверх или вниз, и все. На этом все заканчивалось. Никаких катастроф не было, ничего не происходило. Поэтому здесь с гипотезами надо быть поаккуратнее, потому что что-то, что мы еще не знаем. В 1963 году я был дублер Быковского. Он уже был на ракетоносителе в корабле. А я был дублером, был в автобусе рядом с ракетоносителем. У нас полагалось так, если идет подготовка, дается 2 часа, и если после 2 часов старта не последовало, идет замена экипажа. Экипаж уходит, идет дублер. Я сидел 2 часа, а потом через каждые 20 минут мне говорили, сейчас ты идешь, сейчас будет замена, сейчас ты идешь. Я сидел 5 часов. Слава Богу, пошел Валерка нормально в космос. Все в порядке было, приземлился, все нормально. Потом над ним смеялись. Но с того момента прошло большое количество лет и дублирований. Как мне Тамара говорила, скорее садись, по телевидению увидела, когда это уже постфактум. Пора место занять. Нет, этого не было ничего. Знаете, был настроен на полет. И поэтому в голове было только то, что нужно сделать в следующую секунду, в следующую минуту и так далее. Это все расписано в борт-журнале у тебя. Еще подглядываешь, смотришь, что делать. Ну, в конце концов, думал, что вот, наконец-то, и я буду стартовать. Ну и со мной был Елисеев, бортинженер, и Хрунов Женя, исследователь. Ну, в общем, помогал, естественно. Там особенно помогать нечего. Елисеев, это идет на земле, подготовка, там почти все в автомате идет. Единственное, если что-то не проходит, нужно вручную выдать эту команду. И все. Тогда все было нормально. Взлет и все прочее. Ну, там, шутили, разные слова говорили и так далее. Друг друга подбадривали. Все в порядке было. За исключением того, что когда вышли на орбиту, ощутили невесомость. Я вспоминал Германа Титова, который рассказывал, как невесомость воздействует на человека. Когда пропадает аппетит, когда наполняется кровь наполнение в голову, а тут ловатость лица и так далее. Вначале держится несколько витков, а потом все это хорошо ощущает на себе. То же самое было и у меня, но я уже был к этому готов, собственно, предупрежденный, готовились уже к этому. То есть это был 69-й год, уже 9 лет. Когда мы подошли друг к другу на расстоянии 100 метров шаттлом, выдается команда перейти в ручной режим. Автомат уже только вас информирует. На приборах вы видите положение дел, а все остальное управляется вручную. Потом подошли на расстояние 30 метров. Нужно понимать, что перед этим стыковки не было. Автомат нормально работал. Подошел к объекту, но у берегов не получилось. А на 30 метров зависание между кораблями. Нет сближения. Но мы помнили, что нам с земли сказали, хорошо бы, чтобы это прошло на глазах, чтобы работала телекамера.
Ну, я так глянул, и он тоже. У него уже топлива не так много было. А под нами Африка. Там ничего нет, и никто не увидит. Можно стыковаться сейчас, прийти в таком состоянии. Напросили, чтобы каждый человек увидел по телевидению, как это происходит. Ну вот на расстоянии 30 метров мы дотопали от Африки до Крыма. Это не так далеко, как кажется. Быстро. Ну и там на глазах всех состыковались. Это впервые было в истории нашей космонавтики и человечества тоже. Ну, представьте себе, вы смотрите в окно и видите земной шар. Вы можете себе это представить? Большой кусок земного шара, над ним атмосфера. Причем, когда вы, допустим, идете из темной части орбиты в светлую, и когда видите земной шар, меняется цвет атмосферы. Меняется, вот она вся, в красках причем. Цвет имеет удивительный. То есть это не забываем, печально трудно его передать, но это удивительно. Я вас приглашаю всех полетать в космос, посмотреть на это своими глазами. В каждом космическом полете есть что-то свое. Оно отличается близко к тем величинам и так далее. Но, как правило, это именно касается этого полета. Вот в моем случае было так. Взлетели втроем, стыковка. Подошли друг к другу, состыковались. Вы знаете, была радость не только у экипажа, а весь ЦУП, Центр управления полетами, ликовал. Вы все, наконец-то, первая попытка закончилась трагедией. Вторая попытка неудачей. Всех критиковали и так далее самым жестким образом. И, наконец, попытка. Но впереди ликовать-то некогда было. Программа полета. Поздравили друг друга, Земля, космос и так далее. Но нужно было переходить двум космонавтам. Самое интересное, у Шаталова не было скафандра. И мы летали все без скафандра, я без скафандра был. Два скафандра одели в БО, в бытовом отсеке. Я помогал в этом. В этих скафандрах можно выходить в открытый космос. Но вы знаете, я, значит, проверили. А я сидел без скафандра, и нас разделял просто люк. Герметичный, все рядом. Мы по шпаргалке, эта шпаргалка, кто-то сказал, из разработчиков длиной было на миллиметровке 4 метра. Каждая строчка – это действия. И мои действия, и действия экипажа и так далее. Ну, в общем, был переход через открытый космос из бытового отсека моего корабля в другой. Плюс еще была такая маленькая неувязочка, нештатная ситуация. Когда надо было с помощью двигателя одного корабля «Союза» развернуть связку, массы-то две, получилось уже несколько иначе. И органы управления по-другому работают, и движки-то те же самые. Но надо было так развернуть, чтобы переходили по светлой стороне, освещенной солнцем, но чтобы корабли так стояли, чтобы не было солнца ни в одном объективе, телевидении и кинокамеры. Это выполнял задачку я. У меня побольше было чуть топлива. Ну, вообще, интересный полет был впервые тогда. Много было нюансов. Была одна и нештатная ситуация, но все прошло гладко, в общем. Они ушли, все в порядке. Я еще сутки летал один. Ну, скажу прямо, то, что было вкусненького из бортового питания, то, что было приятного, все отдавалось ребятам, которые выходят в открытый космос. А я остался уже, доедал то, что там оставалось. Ну, сутки летал нормально. Потом пошел на посадку, все вроде штатно шло.
по программе. А когда после разворота космического корабля на торможение, двигатель должен выдать импульс на торможение, я посмотрел, проконтролировать нельзя, потому что подо мной была ночь. Ошибочно центр подготовки выдал данные. Я посмотрел и решил, если двигатель, я не вижу, куда он выдаст, и выдаст импульс на разгон, то я уже никогда не сяду на землю. Зачем мне такое? Командир принимает решение отбить все, всю выключить программу. Прихожу на следующий виток, и как так мы ждем? Я говорю, а что вы дали? Я не вижу ничего. Ну, тогда сам. Я самостоятельно дальше все делал. Двигатель запускался. В общем, нормально прошло все. На включение ни одного разделения не прошло, к сожалению. И получилось, что вот люк у нас, через который входит, там жаропрочная сталь и слой теплозащиты вот такой. И герметизация идет резинкой. Две резинки, два. Ну, такая выработка на люке, и вставляется резинка. Резинка такая, которая держит температуру. И она обеспечивает герметичность. Но произошло следующее. Он кувыркался. Почему? Потому что ворона вперед хвостом летать не может, аэродинамика переворачивает. Автоматика понимает, что так нельзя, потому что наименьшая защитная, наименее защищенной частью идет вперед по теплу. Значит, нужно перевернуть наоборот. Переворачивать так, чтобы днищем, наиболее защищенной частью, он шел по орбите, по траектории. Но там был агрегат, который не ушел. Приборно-агрегатный отсек солнечной батареи. А солнечная батарея работает как крылья. Опять получается ворона перед хвостом, снова переворачивается аэродинамика и так далее. Начал крутиться, увеличилась перегрузка, в общем, авария была. На высоте разогрелась, на высоте 90 километров. Нагрелись, я так понимаю, баки с топливом, остатки топлива были. Ну и как? Бабахнуло. И дальше я кувырком летел на этом. До раскрытия парашюта. Перегрузка была разная по направлению, но мощность перегрузки была торможение. Здесь все нормально в автомате. Никуда от этого не деться. Ну, просто по знакам разное было. Ну, досталось много чего хорошенького. Видел пламя прямо вот рядом с лицом. Бушующие жгуты такие. Впечатляющие. Плавится металл, переходит в жидкое состояние, сдувает. Тогда розовый такой. То есть на что полюбоваться, если хотите, пожалуйста. Но незабываемо это явление. Ну и потом раскрытие парашюта. 3 тонны он весит. Вот если здесь стекло, на самом деле там такой же вот люк. Точно. Здесь. В нем парашют. Люк отстреливается, парашют вводится, там целая система тормозной, вытяжной и так далее. Но парашют-то раскрылся, а он-то вращался. 3 тонны вращалось. Значит, закручивают стропы. Я думал, что сейчас парашютик тоже закроется и до земли будет вариант Комарова. Ну, слава богу, это не произошло, но, в общем, много переживаний было всего и так далее. Все это писал на магнитофон у Комарова. На магнитофоне оказался ноль, потому что обычный был магнитофон, а у меня уже на проволочку запись пошла. На проволочку, это значит, даже будет открытое пламя, сохранится информация. Я знал, что нужно, уже знал, что нужно испытателям, потому что я принимал участие в разбирательстве, когда произошла авария у Комарова. Я знал, что нужно сделать, и поэтому делал то, что нужно. Наговаривал все, вплоть до того, что... Там вращается горизонт, на самом деле я относительно горизонта, но вращение горизонта по секундомеру, угловая скорость и так далее. Ну, все то, что необходимо было. Ну, слава богу, там более-менее все закончилось. Купол парашюта то раскрывался, то опять становился грушевидной формы. То опять раскрывался, то опять за счет вращения. Сел я очень удачно.
Во-первых, удар был мощный. Во-вторых, точка приземления была 600 километров от расчетной. 600 километров, надо добраться туда. Зима, 18 января. Минус 38. Одет я вот примерно так. Ничего теплого не было. Удар был такой силы, что потом в госпитале поставили диагноз. Перелом корней зубов верхней челюсти. Все. Вылетело. Удар хороший был. Но остался живой уже хорошо. Все то, что я принес, он составил пользу. При ударе даже оторвало магнитофон, но он сохранился. Он писал на проволочку. Его сорвало, и мимо меня бабахнуло. Ну, какое-то время я ждал, а выйти из корабля было сложно, потому что жаропрочная сталь превратилась в пену, в шапку такую, которая резала очень хорошо, как бритва. Чуть-чуть коснулся, сразу режет. Ну, в общем, через какое-то время, все это время я грелся об этот спускаемый аппарат. Он был весь в пузырях, вот-вот поотлетало бы все. Потому что это вот идеальная его форма. Это, кстати говоря, спускаемый аппарат Шаталова, реальный, который побывал в космосе. Вот такой он. А на самом деле там вот движки есть у него, двигатели, с помощью которых ориентируется. Ждал, ждал, наконец дождался. Прыгнули три солдатика и старший лейтенант. Но они в космосе не очень здорово были, специалисты. Но тем не менее, значит, как-то меня обогрели чуть-чуть. Потом пришел вертолет, забрал. То, что я принес, во-первых, по стыковке. Вся информация осталась, она нужна и до сих пор. Во-вторых, сделали вывод, как нужно доработать космический корабль «Союз», чтобы этого не происходило, чтобы не взрывалось и все прочее, все оставалось на своих местах. И не вспухала жаропрочная сталь на люке лазе. Ну и думали, что, по крайней мере, психологи сказали, врачи, медобследование было, все прочее, что я никогда больше ни на чем летать не буду. Даже на пассажирских самолетах. Ну ладно. Но станция, на которой я летал, это прелесть. Она жесткая для быта, для экипажа. Довольно жестко. Вот по воде, например. Салют-5. Ну, теперь уже ее называют правильно. Алмаз. И даже книжка вышла такая. Огранка алмазов. Опубликована. И там кое-что есть и о нас. Ну, единственное, что могу сказать, что там тоже авария была мощная. Два слова скажу все-таки, не удержусь. Вы знаете, прошло 42 суток. Представляете, больше месяца мы летаем, уже привыкли ко всему, что происходит и так далее. Шум такой всегда есть, станция живая. Все прекрасно. И вдруг на темной стороне мы оба стояли, находились, по крайней мере, правильнее так сказать, в хвосте станции. И вдруг бац! И тишина. Ни звука, ничего. Она была около 60 дБ. Это много. То есть гудит, вся станция живая. Хлопают какие-то клапана, там что-то и так далее. Здесь раз – тишина. Но самое интересное – свет выключен. Темно. Невесомость. Вы не понимаете, что это там. Пол или потолок над вами. Невесомость – это… Единственное, что это зрительный анализатор. Он отсутствует за счет темноты. Но темнота и тишина, что делать? Инженер говорит, пошли в «Союз». Я прикинул, в «Союз» можно уйти, а если что-то произошло? Ну, там маленький метеорит попал. Что-то еще, не закрытие клапана. То есть масса аварий есть, которые небезопасны. Надо знать, что происходит всегда. Но вы знаете, мне уже сейчас
86 лет. Я до сих пор помню эту тишину. Это такой шок мощный. Темнота и тишина. И что это? Это космос. Но неприятность была большая. Авария была на станции, мы пытались выйти из нее. Нормально все было сделано. Появился запах, о котором почему-то никак не соглашались инженеры КБ. Ну, некоторые инженеры соглашались, но руководители никак не соглашались, что какие-то могли быть запахи. А запахи были, конечно. Потому что выброс мусора – это отделение массы от станции. А значит, при открытом люке газ, и они, естественно, были все в отметинах этого события. А потом, когда мы закрывали, естественно, попадало и внутрь что-то. Ну, никак не соглашались с этим. Но я-то знаю, что это так было. Тем не менее, значит, после этого стресса бортинженер перестал работать практически, плохо себя чувствовал. Председатель госкомиссии вызвали, не было его, был зам. А тогда замом председателя госкомиссии, государственной комиссии, был Герман Степанович Титов. И мы с ним разговаривали, потому что мы знали друг друга. И очень хорошо. И он сказал довольно убедительно, по решению медицинской комиссии, два раза они заседали, данные снимали, физиологических данных бортинженера, и было принято решение о немедленной посадке. Ну, Герману Титову я его хорошо узнал, я не мог не верить. Принято решение, значит, нужно действовать. Но бортинженер не функционировал, а мне нужно было всю эту станцию перевести в другой режим. Так она была в режиме пилотируемой. А мне нужно было ее перевести, значит, очень много перестыковок, электроразъемов и так далее, в режим, когда можно станцией управлять с Земли, беспилотный режим. Готовился к полету экипаж Попович Артюхин и мы с Жиловым. Все нормально, экипаж стартовал, и мы его вели дальше. Они летали там что-то около 2 недель, по-моему, так. И мы все время с ними были на связи. И следующими мы должны были идти и продолжить работу на этой станции. Но Владимир Николаевич он мне решил по-другому. Я не согласился с ним. Но когда шла подготовка, мы с ним были в очень хороших отношениях. Замечательных, но просто удивительных. То есть, когда у меня возникала какая-то трудность, идея, когда нужно было решение этого проблемы, да, для станции, не для меня, а во имя дела, я приходил к нему в кабинет в любое время. Он меня всегда принимал, выслушивал, и была реакция на это. И мы поправляли все ошибки, которые возникали. Ну, что делать, без этого не бывает. И даже однажды, летом, он вместе с Тамарой пригласил к себе на дачу. И мы все воскресенье были вместе. Он был с женой, и я с женой. Вместе мы и обедали, а до этого мы очень много разговаривали. И это здорово. Во-первых, это хорошо подготовленный человек, но на самом деле гений, прям скажу. Безусловно, здесь нет другого мнения. Ему было интересно то, что я какой-то имел опыт в космосе. И он хотел, так сказать, проверить свои, наверное, мысли. Да? Некоторые вещи, они должны быть просто откровенными, их нигде не напишешь, не опубликуешь никак и все прочее. Много было секретно тоже. Мы с ним разговаривали на эту тему. Замечательный человек. Но так проскальзывало, что он довольно жесткий человек. Я потом об этом узнал уже на производстве. Это так. Но день прошел в воскресенье вместе, знаете, удивительно тепло. И моя жена Тамара, и я помним это. Хорошо помним. По деталям. Но, к сожалению, второй экспедиции он вдруг нас заменил.
с жёлобом и перекинул на следующую станцию. Это еще 2 года, а пока создадут станцию. А 2 года для космонавта – это большой срок. Неизвестно, в течение этого 2 года ты будешь годен для полета в космос или нет. Или придут какие-то изменения в организме, не от тебя зависящие. И ты уже не попадаешь в космос. Это было, конечно, не здорово. Я советовал, что 3-й экипаж нельзя посылать. И Владимир Николаевич говорил об этом. Но, к сожалению, он принял другое решение. Пошел 3-й экипаж, не очень подготовленный, стыковки не было. Станция пропала. Единственное, что могу сказать, что когда он ушел, это сразу почувствовал коллектив КБ. Ну, во-первых, я очень был благодарен коллективу, который создает это. И в будущем создавал неоднократно. И не один автобус, а там несколько было создано. По крайней мере, я это знаю. На самом деле, этот автобус и мне помог. Если вы помните, я говорил, в 63-м году я был дублером Быковского. Вот я в этом автобусе как раз и сидел у ракетоносителя. Он не мог стартовать. 2 часа, и должна быть замена. И вот мне через 20 минут ходили и говорили, следующий идешь ты, сейчас будет замена, опять ты. 5 часов я сидел в этом автобусе. Хорошая вентиляция. К сожалению, она тоже иссякла. Температура была высокая. Носили баллоны, и из баллонов меня вентилировали. Сжатого воздуха имеется в виду. Об этих автобусах могу сказать одно. Что все говорят, вот, была традиция такая, автобус там останавливался и так далее. Скажу только одно. Еще в гостинице скафандр герметизируется, его вскрывать нельзя. Иначе нужно снова провести все проверки и так далее на герметиз. Все остальное – шутки. То, что рассказывают анекдоты. Эти автобусы, они играют определенную роль. Во-первых, хорошая амортизация, они идут ровненько по дороге. И такое впечатление, что после того, как надет скафандр, и впереди площадка стартовой позиции, где стоит ракета-носитель с кораблем, и вы сейчас туда сядете, шутки остаются в стороне. И автобус этот остается последним транспортным средством в твоей жизни, когда ты подходишь к ракетоносителю. Мне кажется, это очень важно, и я очень благодарен тем людям, которые создают эти автобусы. Когда входишь в кабинет Юрия Гагарина, вот этого не было закрытого. Здесь была жизнь. Жизнь космонавта, жизнь центра подготовки, жизнь отряда космонавтов. И это очень важно. И поэтому, безусловно, когда я сюда захожу, это все вспоминается, эмоции берут свое. Но это вот вроде бы и музей, а вроде бы и настоящий рабочий кабинет Юрия Гагарина. И это очень важно. Это рабочий кабинет. Это все так, как было. В жизни так было. Приходили люди к нему. Тут же масса вопросов, знаете, довольно сложных иногда вопросов, когда необходимо было обращаться там наверх, другие организации и все прочее. И тем не менее он находил время просто поговорить по-человечески с каждым человеком, улыбнуться, подбодрить кого-то, кому-то сказать «ну-ну, вперед». Идет подготовка для подъема в барокамеру на большую высоту, на большую, в скафандре. Я готовлюсь каждые там 5-10 минут на учете. Времени не хватало. Но, тем не менее, работа большая, крутая. Выхожу из летной столовой, быстро перекусил и на работу. Снова к столам, снова к бумагам, снова к барокамере. Идет на встречу начальник центра и говорит, что-то вы редко бываете
в военных кругах. Вы должны знать военную службу. Сегодня вы заступаете в наряд. Куда? Дежурным по центру подготовки космонавтов по войсковой части 26-266. Я говорю, так я готовлюсь к испытаниям. Отменяю, начальник центра. Отменяю, будете заступать начальником дежурным по центру, по войсковой части 26-266. Идите домой, готовьтесь, в 5 часов заступаете, в 17 часов. Я пошел к себе. Позвонил в учебное отдел, говорю, вот так и так, распоряжение начальника центра. Проходит минут 40, я там начал подбирать вещи, готовиться, форму и так далее. Звонок. Звонит Юра. Ты чего там? Я говорю, начальник центра приказал. Был я у него, все. Быстренько обратно, быстренько за стол в класс такой-то. И то, что пропустил со своими переходами, доработать в конце рабочего дня и далее. Вот это Юрий Гагарин. Четко, абсолютно, ничего строгого, но дело есть дело. И только дело. То есть он сходил к начальнику центра, переубедил его, показал, над чем я работаю, чтобы он понял, он не космонавт был. Для него это было сложно понять. И потом меня снова поставил на место и сказал доработать. Пропущенное доработать. Пример был. И для меня, когда я стал командиром отряда, поступал примерно так же. Основные традиции гагаринские и сейчас живы в отряде космонавтов. Без этого нельзя. Вы знаете, я вам в самом начале рассказывал, как я был в Хабаровске, когда летал Юрий Гагарин. А когда мы вышли из этой станции, я увидел город Хабаровск. Он ведь от Москвы на определенном расстоянии все-таки. Но город торжествовал, он праздновал полет человека в космос. Тогда это было впервые. Я еще раз говорю, что я сравниваю это только с тем явлением, когда наш народ праздновал. Праздновал победу в войне. 9 мая. Это так было здорово. И так незабываемо. Вы знаете, я это хорошо помню. То же самое было в Хабаровске, когда слетал Юрий. Для нас это большой праздник. Я поздравляю всех с этим большим событием. Это не только праздник нашей страны. Это для всего мира. Куда бы мы ни приезжали, где бы я ни появлялся, все это помнят и помнят имя Гагарина. Поэтому я сегодня поздравляю всех с этим замечательным праздником. Желаю всем доброго здоровья. Я уж не говорю, конечно, было бы хорошо, если бы оно было космическим здоровьем. Но с другой стороны, вы знаете, когда я взорвался в космосе, меня спасла только удача, на что я и надеялся. И получилось. Поэтому сегодня, в этот день, я хочу пожелать каждому нашему зрителю космической удачи и всего самого доброго в жизни. Праздником вас!